Всем привет, с вами Прием. Сегодня мы поговорим об аддоне, который на самом деле возвращает игроков обратно в игру. Ну, только некоторых, наверное, и вообще только меня, но все же. Название аддона All the Things, сокращенно АТТ. Что же о нем нужно знать? Это аддон, который составляет некую базу данных по вашим профессиям, по вашим набранным достижениям, набранным образом трансмогрификации, набранным питомцам и всему-всему, что вы сделали в игре. Великие подвиги, какие-либо наследия, которые уже в текущий момент нельзя получить, это не берется, по-моему, в расчет. В итоге со всего этого рассчитывается общее количество итемов, которое мы можем получить именно в текущий момент на моем рыцаре смерти при выбранных профессиях инженерное дело и горное дело. Такое количество составляет 44 тысячи. Сделано у меня лишь 21 250. Это 48%. 48% игры в текущий момент за 8 лет у меня пройдено при условии того, что я не особо занимался некоторыми аспектами. И некоторые аспекты в принципе не засчитаны, потому что, к примеру, трансмогрификация, которая была получена еще во времена катаклизма или Пандарии, она сохранилась не вся. И к тому же различные сумочки, которые давали за поиск группы. Но я не поверю, что я ни одного итема не получил с этой сумки с полезными вещами. Там всегда падает итем, и он всегда сохраняется, и к тому же всегда надевается, потому что он, скорее всего, будет полезен. Все же поясов, по-моему, нету наследуемых, насколько я правильно помню. Если я, конечно, не прав. Нет, я прав, но, в принципе, как всегда. Так вот, как я уже сказал ранее, этот аддон на самом деле возвращает небольшое желание играть в эту игру. Вот смотришь на вот это количество процентов и думаешь, а что же можно еще сделать с целью того, чтобы, к примеру, повысить этот процент, повысить, так сказать, наигранный прогресс и увеличить процент. К примеру, относительно недавно я занялся маунт-фармом и выбил классных 5 маунтов для себя. Да, конечно, один из них был повторным. Это прислужница-хранительница жизни, но все-таки душу дракона надо полностью проносить. С последнего босса падает целых 2 маунта. Так вот, за все вот это вот рейдовое КД, назовем его так, окей. Хотя чуточку раньше это все началось. Во вторник я получил Урзула. Это маунт с мифического Аргуса. В текущий момент, со старта припатча, с 18 июля, абсолютно весь рейдовый лут падает по принципу персонального. И маунты аналогично, они падают только тем людям, у которых нету этих маунтов, если таковые в рейде имеются. А у меня маунта не было на тот момент, и во вторник я получил Урзула. Далее, в среду, я получил прислужницу-хранительницу жизни с души дракона, с безумия смертокрыла. Она выпала мне и ушла торговцу за, по факту, просто так. Далее, в четверг, рано-рано утром, в 5 или в 4 утра по Москве, мне упал непобедимый. Я получил за него великий подвиг и очень рад этому, потому что непобедимого я не сказать, что прям очень долго фармил, но большое количество походов было туда совершено. За все время своей игры я успел собрать 3 темные скорби. Это первая на воине, вторая на рыцаре смерти и третья на паладине. Те, кто смотрел стримы в период весны, видели, что собирал темную скорбь. И все это делалось в режимах 25 хм. Непобедимый падает только оттуда, и как-то мне не везло. А далее, проснувшись в четверг, я решил продолжить свои героические похождения по маунтам, и мне упали поводья Харидона, которые я видел только один раз при рейдинге в актуальном престоле Гросс.
А далее была небольшая пауза со всем этим, и вечером в субботу я получил небесного астрального облачного змея. Это классно, это маунт Селегона. Весьма красивый и весьма редкий. Ну а потом через 4 часа мне упал дзекунь. Вот, дитя дзекунь. Кстати, надо его в избранное сделать. Вот так вот. Так вот все весело получается. Мне, конечно, все это понравилось, и останавливаться я не собираюсь в ближайшее время в планах фарм коня Ревендера на ДК со скоростью бега 156%, что ли. А, 158 даже. То есть это дело фармится весьма классно и весьма быстро на самом деле. Ну и выполнение различных достижений по типу «Слава герою Дрейнора», где мне осталось 5-7 ачивок, «Слава герою Легиона», где осталось еще меньше, потому что контент Легиона был для меня крайне активный со стороны ПВЕ. «Славу рейдера Легиона» можно будет даже поделать как вариант, и если я возьмусь делать эти достижения, возможно, мне нужна будет ваша помощь, так что жду вас на стримах. Если вам это интересно, и у вас не будет конкретно какого-то достижения, как и у меня, то сходим и сделаем. При себе иметь мозг, а остальное, в принципе, не важно. Всех вам благ, счастья, здоровья. Ссылочку на этот аддон кину в описание видосика. Скачайте его, и будем мериться с вами процентами. Как бы это весело или грустно не звучало. Берегите ноги. До скорого.